Ребята, всем привет! Сегодня вместе с вами будем делать очень-очень интересное блюдо, которое и мы будем делать в первый раз. Это будут такие своеобразные картофельные котлеты, начиненные грибами. Вот, что нам понадобится? Значит, смотрите, мы уже заранее обжарили грибы вешенку вместе с шампиньонами. Вы можете использовать какой-то один вид грибов. Значит, грибов в общей сложности у нас тут 600 грамм. Далее, отварили картошку. Здесь 12 картофелин. Отварили картошку и сделали такое пюре. Просто потолкли и все. Далее нам понадобится 2 яйца и мука. Вбиваем 2 яичка. Теперь все перемешиваем. Теперь вот таким образом подсыпаем муку через сито для того, чтобы одновременно ее просеивать. Будем вымешивать на глаз. По количеству сейчас точно не скажем вам. Вымешиваем все ложкой. Нужно, как бы, чтобы вы понимали, чтобы так было по виду, как среднетугое тесто. Еще муку подсыпем. И вымешиваем как тесто. Вот таким образом пробуем. Если тесто, картофельное тесто прилипает еще к рукам, значит нужно еще добавить муки. Теперь таким образом насыпем муку на стол. И теперь вот эту всю массу будем выкладывать на чистый стол. И теперь пробуем эту массу выкатывать, вымешивать на столе. Делаем все то же самое, как вы обычно вымешиваете тесто. Вот такое тесто должно получиться. Значит, на замес ушло примерно 400 грамм муки. Еще раз напоминаю, у нас было 12 картошек сваренных. На 12 картошек ушло 400 грамм муки. Еще раз насыпаем муку на стол для того, чтобы выкатывать шарики. Выкатываем шарик в тесте, то есть взяли одну порцию, вот, оторвали от общего куска, вот таким образом выкатали. Значит, мы впервые в жизни это все делаем, поэтому первый блин комом, наверное, будет. Берем начиночку. Сейчас посмотрим, что получится. Вот так вот получается все интересно. Ну, вроде получилось, ребята. Значит, первый слепили, сейчас наливаем масло в сковородку, раскаливаем масло и будем сейчас жарить. Будем жарить сразу, не отходя от кассы. А тем временем, пока первая котлетка жарится, будем сейчас намастыривать вторую.
Есть такое дело. Формируем котлетулину и кладем вторую. Вот таким образом жарить будем сейчас все вот эти картофельные котлетки. Я думаю, у вас все получится. Скоро будем вместе пробовать. Ну и, конечно же, не забываем переворачивать котлетулины. Делаем средний огонь. Не спешим, все у вас получится. Итак, лепим третью. Кладем третью котлетку. А сейчас остальные, эти две первых, посмотрим. Обжарились одни с одной стороны или еще не обжарились. Итак, проверяем. Ой, какие красивые. Все отлично. Теперь обжариваем следующую сторону. Скоро будем их пробовать. Какая вкуснотища, наверное, будет. Настало время пробовать эту вкуснятину. Значит, из 12 карташин получилось 9 вот таких вот картофельных пирожков с грибной начинкой. Значит, еще осталось у нас начиночка вот столько. Ну, примерно полкило грибов вполне хватит на вот такой замес. Итак, смотрите, что получается внутри. И сейчас пробую, как же все получилось. Ребята, пальчики оближите. Очень-очень вкусно. Единственный минус, это мы забыли купить сметану. Но ничего страшного. И без сметаны обойдемся. Все получилось шикарно. Пробуйте. Ой, класс. Пишите комментарии. Очень вкусно, рекомендую. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.